В зале мы уже с утра говорили о великом человеке, о вашем коллеге с точки зрения студента. Потому что, да, именно он закончил военмех, именно он приложил максимум усилий, и, как сегодня было с утра сказано, именно ему принадлежат заслуги по восстановлению, созданию обороноспособности нашей страны, потому что на него легла самая тяжкая работа перед началом Великой Отечественной войны, будучи совсем молодым, он смог так сделать план, что заводы, которые эвакуировались из западных территорий на Урал, прямо с колес могли работать. И это очень дорого стоит, потому что тогда был важен каждый час, каждая минута, которая ковала победу. И именно его имя и имя этого студента носит наш военмех. Я сейчас говорю о простом парне, который находится, его фотография на обложках, на обложке журнала, который у вас у всех в руках, да? Посмотрите, вот он. Такой молодой и славный парень, который по заслугам получил все ордена, медали, и мы с гордостью носим его имя. Имя Дмитрия Федоровича Устинова. Сегодня здесь присутствовали его внуки, сегодня здесь присутствовали те, кто с ним встречался в процессе работы, и мне очень хочется, чтобы спустя годы, десятилетия, может быть, именно ваша фотография была на обложке журнала, который выходил к неделе науки в Эйнмихе. Поэтому все сегодняшнее время здесь мы с вами посвятим именно ему, маршалу Советского Союза Дмитрию Федоровичу Устинову. Ваши аплодисменты, внимание на экран.